Завершился поход на исторической ладье, сделанной по технологии конца X века. Команда из муромцев и москвичей решила пройти по Оке до Касимова. Их путь занял 5 дней, всего 280 километров. Им предстояло грести по 14 часов в сутки. Одним из условий похода является наличие исторической одежды, исторической посуды, исторической пищи, то есть никакой картошки, там, помидоров, там, каши, там, горох, и так далее, так далее. Мясо, вяленое, сало, рыба соленая. Это не первая экспедиция на исторической ладье. Реконструкторы военно-исторического клуба «Вариш» вместе с единомышленниками из Москвы участвовали в десятках походов по рекам центральных регионов России. От Рязани до Касимова команда путешествует на судне, построенном по всем канонам древнего кораблестроения 4-й год подряд. В этом году погода приготовила реконструкторам немало испытаний. Историческую ладью неоднократно снимали для разных кинопроектов. Участники экспедиции говорят, что своими походами они привлекают внимание молодежи к истории Древней Руси. Они уверены, что знать историческое прошлое страны должен каждый. Олеся Котровская, телекомпания «Город».